Приключения Лего-человечков в космосе, вторая серия. Ой, где мы? А, вы попались в мою ловушку. Вы всегда рушите мне мои злобные планы. Но теперь, когда я вас здесь закрыл, никто мне не помешает взорвать город с помощью атомной бомбы. А мы с Ничтой и Таскмастером улетим в космос на ракете. А вы останетесь здесь, и никто меня не остановит. Все, пошли. О нет, это я во всем виноват. Зачем я вас только потащил на этот дурацкий заброшенный склад? У меня же с собой есть телефон, можем позвонить в полицию. Злодеи что, не проверили карманы у нас? По-моему, нет. Еловую шишку мне в ухо! Мишаня, что там у вас опять случилось? Капитан, это срочно! Приезжайте на заброшенный склад и спецназ с собой прихватите. Там злодеи город собираются опять уничтожить. Ладно, все понял, выезжаю. Фух, вроде бы едут. Тогда нам пора отсюда побыстрее выбираться. А в это время... Так, всем стоять, работает спецназ, вы имеете право хранить молчание. Так, сдавайтесь по-хорошему, это мои лучшие бойцы. У вас просто нету против них шансов. Ха, блыщ. Все, теперь нам пора поскорее идти. А в это время... Кажется, они пошли в ту сторону, побежали. А в это время? Так, стоять, тут закрытая зона, предъявите пропуск. Вот мой пропуск! Все, пошли отсюда. Ох, надеюсь, нас не заметят. Пшш.